Приступаем к дворцу! Живо! Гражданские бегут в город. Ксеносы приходят каждую ночь, а с рассветом исчезают. Каждую ночь они подбираются ближе. Сегодня они вошли в город. У них нет понятной нам цели, кроме сеяния ужаса и захвата пленников. Гражданских пленников. Это неправильно. Неправильно. Умирать ни к чему. Да-да-да, ни к чему. Пусть с улиц берут, что хотят. Мы можем отвести войска, дать им свободу. Мы сделаем такое предложение. Даже жест. Подходить ближе им незачем. Обойдемся малой кровью. А ближе им подходить, ну незачем же, да? Наш долг защищать этот мир и людей ради Императора. Мы не должны отдавать ксеносам ничего. Ничего, губернатор. Все потеряно. А может и нет. Есть один древний протокол, господин губернатор. Именем платы, что наши сыновья отдали давным-давно. Мы можем призвать ангелов смерти. И они ответят на этот призыв. Мифы и детские фантазии! Ангелы нас не спасут, глупец! Нужно бежать. Корабль. Да, корабль. На орбите есть корабли. Хоть один. Быстрый скакун, что унесет меня отсюда. Их там нет. Торговцы уже давно сбежали, а от военных кораблей остались только обломки. Командир, губернатор, мы собрали все выжившие отряды вокруг дворца. Мы стараемся укрыть всех, кого можем, в его стенах, но враги везде. Что это значит? Что это значит? Я приказал любыми силами защищать ваших граждан. Нет, 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 у тебя не было права! Я воля и величие Империума! Я назначен императором правитель! Теперь они придут сюда. Придут за мной. Теперь мне не спастись. Я думал, что дал им достаточно. Я думал... Что вы сделали? Они сказали, что сделают так, чтобы он ушел. Чтобы я правил вместо него. Что они не возьмут ничего, что мне нужно. Повреждение орбитального ауспекса высокой дальности. Так это ты. Ты отдал своих людей ксеносам. Что значит жизни нескольких обывателей? Я был рожден править этим миром. Это измена, командир. Вы приносили мне клятву. Он принес клятву императору. Мы оба. Он был слабым, а слабые всегда навлекают на себя беду. И что теперь? Ритуал призыва находится в крипте под нами. Мифы нас не спасут.
Нужно верить в себя. Командир, мы потеряли основной мануфакторум. Призови ангелов. Будем молиться, чтобы они пришли. Никакой маскировки. Они даже не скрывают того, что идут. Они хотят, чтобы мы их видели. Они первой атакой могли бы нас разбить. Но вместо этого они возвращаются по ночам, каждый раз глубже врезаясь в нашу оборону, затягивая бой. Почему? Зачем они так делают? Они хотят, чтобы мы боялись. Наш страх им так же приятен, как и наша кровь. Так пусть подавятся. Лучше умереть, чем подчиниться. Но выжить и победить еще лучше. Вы отправили сигнал несколько раз, командир. Но из моря душ ответа не пришло. Попробуй еще раз. Командир, я... На гимны ушло много сил. Мне нужен отдых. Попробуй еще раз. Единственное, чем полезны эти мифы, кредо, лежащее в их основе. Нужно обратиться к железу внутри. Они придут. Слышали меня? Ангелы придут. Давным-давно мы отдали им наших сыновей, и они обещали вернуться. Наша кровь — это их кровь. Красное железо ангелов. Они придут. Они здесь. Разрешите подорвать мины? Разрешаю. Активировать заряды! Взрывай! Они на южных улицах! Активируйте второй и третий заряды! Взрывайте! Хочешь $400 просто так? Найди сайт 1xbet. Получай бонус за регистрацию и делай ставки на киберспорт. Император, защити! Император, защити! Встать! Император защищает тех, кто сражается! Вставай! Стреляй! Thank you.
Нам нужно отступить. Встретимся во внутреннем дворце или все там поляжем. Смотрите. Это... спасение...